к двум памятникам Гоголя, и Москва, и Россия давно уже привыкли. Вот гораздо труднее привыкнуть к двум Гоголям внутри самого Гоголя. Ведь совершенно ясно даже не очень знающему человеку, что с Гоголем что-то произошло. Был лукавый, остроумный, блестящий украинский парубок, которому все было весело на свете, и которого посещали изумительные видения. И вдруг в какой-то момент, особенно после премьеры «Ревизора», когда он уехал в Италию, начинается какой-то другой писатель с другим ощущением жизни, из которого выливается поэма «Мертвые души», и дальше, больше, авторская исповедь, выбранные места из переписки с друзьями, христианская проповедь, морализм, попытка научить Россию. Но у нас бесконечные попытки, как обустроить Россию. И вот как сочетать этого Гоголя лукавого, смешного, как писал Набоков, с таким фасеточным зрением, то есть способностью видеть то, что вообще никакой другой писательский глаз не видит, способность видеть жизнь в четырех, а не в трех измерениях. Как сочетать все это с морализмом, с проповедью, обращенной к стране? «Ревизор», во-первых, все-таки государственная пьеса для России. Ее можно ставить каждые 5-6 лет обязательно даже. А что такое «Хлестаков» для меня был? Наверное, это очень такой к тому времени уже произросший социальный тип. В одном веке он мог быть таким Хлестаковым, в другом веке другим Хлестаковым. Все равно он не заканчивается, он продолжает жить. Товстоногов очень подбадривал актеров смелее, смелее. Но слишком большие выплески, они имеют последствия. Василий Васильевич Розанов сформулировал, что, собственно говоря, никакой России, которую мы знаем по Гоголю, такой России не существует. Это он ее придумал. Он ее придумал, окарикатурил, и вот мы сами себе не веря стали судить о России, о самих себе, вот по Гоголю. А эту Россию Гоголь знал ли? Он вообще-то в провинциальной России сколько дней пробыл? И стали подсчитывать, а документы все в руках. И выяснилось, что Гоголь вообще несколько недель прожил в этой провинциальной России. Малороссию знал, Украину знал, Петербург знал. Но провинциальную Россию не знал. Почему же мы судим по Гоголю, по «Ревизору» о самих себе? Он в этой России не жил. Он эту Россию не видел. Он ее придумал в своем гениальном воображении. Это проблема русского театра. Впервые после премьеры «Ревизора», и вот там, в Императорском театре, Николай Павлович, самодержец, посмотрел пьесу и, соответственно, легенде, как говорят, смеялся больше всех, мне пуще всех досталось. Смеялся император, но автор не смеялся. Как известно, после премьеры «Ревизора» вскоре Гоголь покидает Петербург, покидает Россию, отправляется в Рим, туда, где он чувствовал себя несколькими верстами ближе к божеству, в Риме. И вот там начинает оттуда комментировать свою пьесу. Сочиняет новую развязку «Ревизора», сочиняет письмо для тех, кто пожелает как следует сыграть «Ревизора». И вот там, в новой развязке, видно, что Гоголь совершенно не так понимает пьесу, как ее целый век потом будет понимать русский театр. А как он ее будет понимать? Мейерхольд I в 26-м году, мне кажется, расслышал то, что Гоголь думал о своей пьесе. Во всяком случае, попытался сотворить из «Ревизора» сборный город. Попытался посмотреть через головы взяточников в ту страну, которая порождает вот эти типы, окружающие Гоголя, вот на этом Андреевском памятнике. То есть сюжет-то ведь этот. Породил каких-то героев, вылепил их из своего воображения. А потом они не дают ему жить. И ведь тогда, когда появился спектакль, Андрей Белый, главный специалист по Гоголю в 20-е годы, написавший, в общем-то, замечательную, проникновенную книжку «Мастерство Гоголя», он, посмотрев мейерхольдовский спектакль, скажет: «Мейерхольд ударил нас по глазу и уху до искр».
непрочитанным Гоголем. Ведь Мейерхольд прежде всего придумал последнюю сцену. То есть до того, как он придумал всего «Ревизора», он придумал сцену финала, то есть немую сцену, подмену живых актеров куклами, марионетками. Это делалось очень остроумно, быстро. И зритель до конца даже не понимал, живые это люди или восковые фигуры. У самого Мейерхольда есть самые разные и достаточно противоречивые толкования этой немой сцены. Ну, для ситуации 26-го года, после революционного десятилетия, Мейерхольд – большевик, Мейерхольд – комиссар. Он там в одном месте скажет, немая сцена нужна для того, чтобы показать, старая Россия завершена, умерла, вот восковые фигуры. После Мейерхольда таких больших свершений не было, это естественно. В сталинское время была такая шутка, нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали. Какой уж там «Ревизор», какая там государственная пьеса. А в сущности, конечно, «Ревизор» – это государственная пьеса. Это государственная пьеса, потому что ее можно ставить к датам, без дат, но она как бы в ней некая генетика нашего характера национального заключена. И там ее... Но! Как такое каждое великое произведение, конечно, там есть этажи вниз. И можно снять один слой, потом найти второй, третий. То есть это все существует. Поэтому, мне кажется, радость повтора, она как раз заключается в том, что ты можешь расширять и идти в глубину. Объем можешь рассматривать, исследовать. Весна 68-го года. Прага. Олег Табаков играет Хлестакова в пражском спектакле с чешскими артистами вместе. Никто не видел этого спектакля. Сам же Табаков всю жизнь про него рассказывает. «Ревизор». Что это такое? Я сейчас постараюсь сформулировать. К этому времени в «Современнике» была такая игра. Иногда наши репетиции срывались по независящим от нас обстоятельствам. И у меня на этот счет всегда... В сумке, я и тогда сумки носил с собой, был выдранный из хрестоматии вот того же самого 9 класса «Ревизор» гоголевский. И мы с Евгением Александровичем Евстигнеевым читали это. И вообще, я так думаю, это, конечно, из таких упущений невероятных в «Современнике», то, что эта пьеса не была поставлена, имея Дорошину, Волчок, Евстигнеева, меня, Ефремова, Петю Щербакова, да, не поставить пьесу «Гоголь ревизор». Ну вот, а что такое Хлестаков для меня был? Наверное, это очень такой к тому времени уже произросший социальный тип, явление даже. Я и в себе самом отмечал подобные синдромы. И сам в себе понял, и в Хлестакове. Вот в том пражском спектакле, ну, вроде как, вот в разгар пражской весны. А что понял? А понял одно, что Хлестаков – это человек на потребу. Я готов служить вам на потребу. Вы хотите меня видеть левым? Пожалуйста. Вы хотите меня видеть, там, государственником? Пожалуйста. И так далее. И вот свободное хождение, понимаешь, туда-сюда, по сути, было вот этой... Такой, ну, замыслом, что ли, если можно. А с другой стороны, конечно, это было еще и чудовище. Вот это гуттаперчевая кукла, он потом в балалайкине, в «Щедрине» это будет играть, но это развитие Хлестакова. То есть, еще раз повторяю, на всех переломах, не только даже советского государства, но и рядом, эта государственная пьеса оказывалась очень важной. Пожалуй, новый гоголевский период отечественного театра был открыт в начале 70-х годов спектаклем Товстоногова. Это 72-й год, это БДТ, это Ленинград. Советская жизнь и опыт страха у Товстоногова был огромен по всей его жизни. Опыт страха – это был, может быть, главный жизненный опыт каждого из нас, по-разному модифицированный. Вот этот страх, двигательная пружина товстоноговского «Ревизора». Была и преисподняя в товстоноговском спектакле. Оттуда появлялся Хлестаков, которого уморительно, замечательно играл Олег Басилашвили. Появлялся со слугой, которого играл на Сергей Юрский. Играл странно в белых перчатках, в пенсне. Но вообще напоминал сильно персонажа на булгаковского «Мастера и Маргариты». Это было хулиганство. Хулиганство. Я вот сейчас тоже откровенно скажу в критику себе. Артист привык играть название, привык играть самые главные роли. А тут ему дают роль явно вторую. Он не очень может понять, что с этим делать, как быть.
И он думает, ну что ж, я во второй роли выйду на первый план. И он придумывает нечто невероятное. А режиссер, помню эту репетицию, когда я предложил вот такое вот это самое дело, говорит, а что, а очень здорово, а прекрасно. Это было хулиганство и излишнее выпирание этой фигуры. На мой взгляд, теперешний. Это был капустный подход к Гоголю. Теперь, когда капустный подход к классике, оскорбительно небрежный к замыслам автора, стал столь расхожим, столь обязательным даже, без чего даже смотреть или делать ничего не хотят, то теперь я себя чувствую отчасти виноватым, потому что те, кто интересовались бы историей театра, во многих случаях могли бы сказать, а не вы ли начинали это? Или не участвовали вы в начинании подобных вещей? И я вынужден был бы признать, что да, и сказать бы, а не жалеете ли вы? Я сказал бы, жалеть поздно, но да, пожалуй, жалею, потому что капустнику есть свое место и свое время. Я-то не считаю, что это был капустник. Может быть, это было чрезмерно, может быть, это было чересчур ярко, может быть, это не входило абсолютно в берега режиссерского замысла Товстоногова, но Товстоногов был не тот режиссер, который бы дал Юрскому поиграть вот так и порезвиться, если бы он этого не хотел. Он хотел, чтобы Юрский играл Осипа совершенно по-другому. И вот впервые появился Осип, который не был, собственно, слугой Хлестакова. Он, пожалуй, был его хозяином в каком-то смысле. Он руководил им. Мы все-таки были театром Товстоногова. А это значит, театр, всегда ставящий автора и его исходящее из него в основу, как каменную плиту, на которой все делается. Вопрос, сколько за эту плиту выплеснется, Товстоногов очень подбадривал актеров смелее. Но слишком большие выплески, они имеют последствия. Вот, в частности, я об этом говорю. Это был выплеск, конечно, за предел Гоголя или цельности спектакля. Но все-таки в пределах культуры и в пределах театра. Ну, еще раз скажу, это был выдающийся умный театр под руководством Георгия Александровича. Надо сказать, что когда Товстоногов показал в Москве своего «Ревизора», была статья в «Правде». Когда Центральный комитет партии устами своего официозного критика Юрия Александровича Зубкова решил как-то спросить Товстоногова и прежде всего спросить, а что это Юрский делает? Почему вместо слуги, единственного представителя трудящихся масс в пьесе, вот вместо этого единственного представителя, что это за урод такой? И почему он командует Хлестаковым? В общем, страху натерпелись все, и Товстоногов в том числе. Но спектакль, повторяю, открыл как бы гоголевский шлюз. Товстоноговский «Ревизор» был венцом государственной пьесы в том государстве, в котором мы жили. Новый «Ревизор», естественно, должен был появиться тогда, когда это государство сломалось. Мое почтение! Тогда, в 95-м году, когда мы долго репетировали этот спектакль, вдруг ощутились очень пронзительные вибрации, связанные с тем временем, в котором мы сейчас жили. Несмотря на то, что ты стараешься не помнить об улице, о других территориях, в которых ты находишься помимо театра, именно, может быть, и поэтому они начинают все яснее и яснее проявляться, когда ты идешь за режиссером в этих репетициях. Я бы сказал, что главное кардинальное отличие всех новых «Ревизоров» от «Ревизора», поставленного Мирзоевым с Максимом Сухановым Хлестаковым, до четвертой, кажется, версии «Ревизора», который поставил на родной для Гоголя Александринской сцене Фокин уже совсем недавно. Мне кажется, главной отличительной чертой этих новых «Ревизоров» это отсутствие того, что двигает пьесу, двигало пьесу в советских спектаклях, и Гоголем понималось, как движущая пружина. Страха не стало. Вот вдруг в «Ревизоре» страх пропал. Ну, кажется, ведь страх создает Хлестакова, да? Нет страха. Да какой страх? Я не виновата! Он больше виноват! Что это? Зачем такое, а?
те люди, которые собрались в этом городке, начиная от городничего. Ни в коем случае их, как мне кажется, нельзя трактовать как людей глупых, тупых, ну, в общем, в какую-то туповатую, дебиловатую сторону. Почему? Потому что тогда, как мне кажется, весь замысел теряет смысл. Приобретает смысл только в тот момент, когда страх от предстоящей кары делает с этими людьми что-то, что превращает их в совершенно неадекватные существа. И они сами не ведают, что творят. И в данном случае наш Хлестаков является и воплощением этого страха для них, тем зеркалом, в которое они могут посмотреться и не узнать там себя. Он является и провокатором. Это я вам говорю о действии, которое идет от него по отношению к ним. И в то же время он является существом, которое, не зря я говорю существом, существом, которое страдает от всего этого, попав сюда и как блудный сын, постоянно попадающий, в одном веке он мог быть таким Хлестаковым, в другом веке другим Хлестаковым. Все равно он не заканчивается, он продолжает жить, так как хорошая драматургия продолжает жить, то и герои, они, в общем, переходят из одной ипостаси в другую. И совершенно не обязательно, что они от этого получают удовольствие, эти герои. А могут даже и мучиться от того, что им приходится, вот судьба у них такая, приходится все время повторяться то в одной, то в другой ипостаси. Воняет рыбой, а не чаем. Ой, бухгалтерия, я ей-богу не виноват, у меня в городе рыба всегда была хорошая. Я даже не знаю, где они взяли такую. А если что не так пообщались, то позвольте, переедем сейчас с нами на другую квартиру. Нет! Прекратить! Дай эту другую квартиру! Да! Тюрьма называется! Нет! 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 Да как вы смеете? А что это было такое? Это было, конечно, зрелище довольно странное, потому что Хлестаков никого не боится. Это полууголовник, полубандит, полуобщественный деятель. Вообще говоря, это был спектакль, который, как мне кажется, тогда замечательно выразил вот эту очумелость страны, которая сорвалась со всех катушек и не знает, ведь у Гоголя все-таки там в «Мертвых дудках», куда несешься ты? Да черт его знает, куда она несется. И вот этот Хлестаков в этой государственной пьесе вдруг обнаруживал, что с катушек все слетели. Интересно, что в спектакле, там, где играл Максим Суханов, там не было немой сцены. Они и немую сцену сократили, потому что вообще немая сцена – ответ Гоголя на некоторое состояние государства. Но все-таки какое-то состояние, какие-то его границы, какая-то определенность. Середина 90-х годов – ну нет государства. Нет границ. Границы уточняются. И нет немой сцены. Прошли годы, и уже в начале другого века, при другой стране и при другом государстве, Фокин на сцене Александринского театра, учитывая мейерхольдовский опыт, включая в план постановки некоторые мейерхольдовские мизансцены, сочиняя даже декор с помощью Александра Боровского, Саши Боровского, цитировал Мейерхольда в очень многих случаях. Я не уверен, что большинство зрителей получало удовольствие от цитирования Мейерхольда или даже узнавало эти цитаты. Но для Фокина это было важно, для Боровского было важно, что вот здесь, на сцене нового Александринского театра, бывшего Императорского театра, значит, Гоголь получает вот это свое фантастическое измерение. Мне это интересно, я это люблю, потому что некоторые цитаты абсолютно, они, как сказать, они сегодня работают. Даже тот, кто не понимает, что это цитата, просто, ну, они работают. Например, история с саблей в сцене «Вранья»,
она заимствована у Мейерхольда, я это и не скрывал. Более того, мне даже хотелось в какой-то момент дать вдруг кино среди спектаклей, потом я это отменил, вот эту хронику ревизора того, когда артисты собирались и так смотрят на это кино, как там, и потом примерно так повторяют почти мизансцены с экрана. Но потом это не получилось, потому что это стало разрушать какую-то композицию, и я от этого отказался. Я сказал о том, что в 90-е годы страха не было. Но уж у Фокина совсем нет страха. Там вообще они с полупьяну встали с утра. Они вчера проводили только что в ревизор. Нету никакого. Наоборот. Неверие. Никто ничего не боится. Непонимание. Вплоть до того, что я даже первую сцену так выстраивал, что они вообще проводили очередного ревизора вчера. Они еще не понимают. Пьяные еще от гуляния. Опять же, шутка, что ли? Он разыгрывает их, пришел. Какой еще? Только что мы вчера провожали. То есть вот до такой степени это все заострить, чтобы потом постепенный вот этот вот и полный уверен, что это будет, и мне нужен был Девотченко именно. Опять попал на замечательного артиста, да, так сказать, да, да. Который в себе... В его инфернальной даже внешности. Конечно, конечно. Изумительный. Он замечательный артист, а потом мне нужен был вот этот совершенно яростный, у него совершенно какой-то непредсказуемый темперамент, несмотря на то, что он такой хлипкий вроде физически парень, но это темперамент бешенства и такого бешенства, когда ты не понимаешь, что он сделал в следующую секунду. Для меня было это очень важно. Вот они не понимают, что вот... Больше вот... напоминает, знаешь, Чехов в роли сенатора. Да. Но я специально его побрил еще и для этого тоже. И для того, чтобы подчеркнуть какую-то... То ли это уголовник, то ли они это... Он может быть бандитом, депутатом. Неважно, и бандитом, и депутатом одновременно. И это некое тоже существо сегодняшнее. Но самое главное, когда вот их, они не понимают, как, они знают, они уже десятков ревизоров, так сказать, с ними встречались, и механизм отлажен. Но здесь они впервые сталкиваются с тем, что они не понимают, что это такое. Они не понимают, что он сделал в следующую секунду, не понимают. Он вдруг падает, встает, вдруг опрокидываются глаза, вроде засыпает, опять вскакивает, кричит. То есть эта инфернальность, это идет еще от непредсказуемости, которую она же... Наше время, этот распад страны, он же выплеснул такое количество людей, которые, да, просто даже в страшном сне не придумаешь, они могли бы быть, они стали. Страха нет, взятки даны, головы отлетели, все в сумасшедшем ритме. И при этом существует в музыкальных таких групповых композициях, которые придумал Мейерхольд, возникают вот в таких вот мейерхольдовских ритмах, вспоминают о Мейерхольде, вспоминают о том, что Мейерхольд хотел через ревизора сыграть всего Гоголя. Это, может быть, и есть... Самое важное в этой пьесе, потому что это самая государственная пьеса, это пьеса о сборном городе, это пьеса о России. При этом все-таки надо вспомнить, что в своих советах, в авторских советах, кто пожелает как следует сыграть ревизора, Гоголь обронил одну очень важную фразу, без которой эта государственная пьеса не получается. «Человеческое слышится везде». Вот это, пожалуй, и есть самое главное. И о том, как это человеческое слышится или не слышится, как мы ошинеливали Гоголя, в том числе и шинель Гоголя, как мы ошинеливали главную, уже не пьесу, а государственную поэму под названием «Мертвые души», вот об этом поговорим в следующий раз.